средства массовой информации, они тоже тут свое дело, в принципе, сделали. Очень много по новостям говорили про ребят, кто, сколько погибших, сколько раненых. Тоже. И в интернете плюс тоже читаю, что сегодня там загинул такой-то, такой-то. И смотрю, ребята есть совсем молодые, совсем, ну, по 18 лет. То есть погиб парень в аэропорту 18 лет. Вот это, кстати, именно когда этот парень погиб, я уже так думаю, все, хватит мне уже дома сидеть. Потому что помогать финансово через волонтеров я, конечно, ну, могу, но все равно чувствуешь это. Чувствовал себя каким-то... Ну, человек, который ничего не делает, как это сказать. Ну, в общем, плохо себя чувствую. Чувствовал, что я какой-то, ну, ущербный, скажем так, даже. Потому что вот все там ребята, а я вот тут сижу на работе. Изначально бодрил на ум, потом меня перевербовали в Святую Марию временно. Поставил на блокпосту немножко. Ну, как сказать, на блокпосту скучно, тоже меня правильно поймите. Поэтому вернулся обратно в ум, вернулся сейчас позиции наши возле, может, по новостям, думаю, многие слышали, Пески, это возле аэропорта Донецкого. Тоже ребята наши на метеовышке Донецкого аэропорта еще, когда аэропорт еще был под нашим флагом. Я не знал, честно скажу, куда обращаться, как это все происходит, и исходя из, была такая, сейчас тоже есть горячая линия для добровольцев. То есть для тех, кто желает встать на захист вечизны. Ну и позвонил, получается, мне там начали уже предлагать варианты сбройной силы в основном. То есть нужно было сначала ставить свои контакты, и потом звонили, просто перезванивали и говорили, вот мы там такая-то, такая-то там воинская часть, не хотите ли вы у нас служить. Вот. Но все-таки я потом отказался, я потом пошел в добровольческий батальон. Пошел, мне повезло, я честно скажу, я не хотел идти с бронесилы, потому что не хотел, потому что, чтобы меня осуждали потом люди, что я за зарплату там пошел какую-то. И, то есть для меня это было настолько принципиально. А это важно было, да? Да, это было реально очень принципиально. Вот. Получается, я так в отчаянии был, не знал, что делать, и реально просто писал сообщение большое, ну, в социальной сети ВКонтакте. Угу. Я рассылал по всем группам атошным. То есть помогите там, может это будет с волонтеров ехать, возьмите меня, а я там останусь, типа, как-то уже договорюсь на месте. И именно хотел изначально вот попасть в Пески или в аэропорт. Вот так вот сходу, так не хотелось. И эти сообщения прочитала одна девочка, она ехала как раз в батальон АУН. Она сейчас там. Ну и она мне написала, мы с ней там договорились, поехали вместе, получается. Вот так и попал. Поехал в Черкассы 5 декабря на учебку. Ну там 2 недели учебки с деревянными автоматами и на Пески сразу. Теперь выстрел свой сделал уже там. Именно с деревянными автоматами вы занимались? Да, именно с деревянными. Самодельными. Раньше не было и этих автоматов. Раньше люди просто подбирали палочки себе, на поле, и бегали с ними. Ну, чтобы хотя бы как-то привыкать, что-то в руках держать. Ага, а как же потом вы с оружием могли справляться после этого? Ну, у нас ММГ были. ММГ — это макет массового габарита. То есть не боевой автомат. На нем учились разбирать, собирать, там, нам объяснили, где как что чистится. Ну, то есть понятие, как разобрать оружие, у нас было. Так что сложности не было. Единственный момент такой, он больше психологический, когда с макетом обращаешься, быстро так все разбираешься, ну, а когда боевое оружие попадает в руки, как-то уже там, может, стрельнуть, и как-то уже нервозность первое время появилась. А потом попривыкали все. Нормально. Ось хорошо, що макети хоча б були. На сьогоднішній день, от вам що потрібно для того, щоб себе відчути там, ну, більш захищеним, скажімо так. Більш захищеним. Що треба із, як не знаю, ну, я не знаю, як це називається. Обмундирування. Да, обмундирування оце. Що треба? Ну, на сьогоднішній день
Ну реально уже ничего. Я за 8 месяцев покрутился, повертелся, уже себе то, что нужно добыл. А насколько я тут, честно скажу, я не знаю, потому что я все жду до звонка. То есть мне могут позвонить и сказать, и я жду, пока просто отправка будет. Ну, я жду месяц сижу. Бачите, скромність. Що треба? Нічого не треба. У мене своє. Влад, а як родителі восприйняли той факт, що ти отак взяв і поїхав на війну? Ну, як у більшості добровольців, ізначально вони не знали, де я. Звісно, я поїхав, нічого. І що ти їм говорив? Куди ти поїхав? Діло в тому, що я віддільно від них живу, тому... Мне это не составляло проблем. Я даже скажу так, я помню один прекрасный день, я зашел домой, это последний день, когда я был дома перед АТО. И просто дело в том, что сумка моя АТОшная лежала дома. Родители ее видели, но они подумали, что они меня отговорили от этого. Вот. Я зашел домой и сказал, все, я на работу. В ночную смену. Ну, хорошо. Ну, я же не выйду с сумкой, они догадаются. Я позвонил товарищу, я на первом этаже живу. Кинул ему с окна эту сумку. Ну, вышел, типа, на работу, а потом, блин, потом мы аж связались через трое суток. Они думали, что я утром еще соскочу, может, чай кофе попить. Ну, в общем, ну, обманным путем. А как отреагировали, когда узнали, я тоже я как бы врал, что я только на вышку поеду, только на учебку, я никуда, ни в военные действия не буду ехать. Ну, а там уже телевизор и... Даже телефонные разговоры тоже хочется с мамой поговорить. Там слышно и стрелкотня всякая. Ну, понятно, они же, ну, не дураки тоже. Маме, конечно, ей не хочется. Никакой матери, я думаю, не хочется своего сына на войну отпускать. Ну. Не хотелось ей. Вам 20 лет, да? Да. Ну, 21 будет в ноябре. У меня родители, ну, патриоты. То есть мне даже регулярно могут там что-либо высадить. Ну, в принципе, ничего не надо, потому что реально нас там не кормят. И какой-то лотобачник из серии, ну, все дают, в принципе. Так что тоже добрым словом поддерживают. Ну, потому что больше, а больше чем еще, больше ничего не надо. Стреляют людей вот в этом плане. Как? Был барьер психологический? Или когда уже убивают твоих товарищей и стреляют в тебя, ты уже не оцениваешь это так? Честно сказать, так. Я думал, что он будет, этот барьер, когда мне придется там стрелять. Но, честно сказать, его не было вообще. Потому что если, ну, если так не сделать, нужно это понимать, что он завтра может убить твоих товарищей, тебя, например. Так что... Понимаешь, что ты не убиваешь человека, а спасаешь жизнь своим людям просто. Так что барьера не было. Что, я за 8 месяцев я получил 500 гривен. За 8 месяцев 500 гривен. Это у меня заместитель комбата приехал ко мне в госпиталь, сказал мне, купишь что-то себе. А, ну, как за посмеялся, гривен, потому что я тогда делал в том, что... Вы испытали что? Не мог пойти. Ну, у вас было ранение или вы заболели? Ну, там было дело. Это еще в Международный женский день случилось. В марте 8-9. Потому что я из-за этого и не смог очки собрать. Передали новую почту очки, я думал, на следующий день, думаю, поеду заберу. А получилось так, что не забрал. Так что случилось? Был минометный обстрел, но минометный ГС работал, получается. Ну, просто не в том месте, не в то время оказался. И, там рядом очень близко разорвалось из меня, и контузия, но она такой тяжелой степени, что я не ходил, не разговаривал, то есть ничего вообще. У тебя было ранение. Это было где? Когда ты получил? А как... Это было тяжелое ранение? Или как ты его восстанавливался? У меня было два. Одно легкое. Ну, одно легкое во время обстрела. Маленький кусочек от АГС попал в ногу. И я, честно говоря, даже не сразу заметил это. Ну, я... Дело в том, что тогда несколько человек ранили.
И медики приехали, ну и сказали, что меня тоже заберут. Посмотреть хотя бы нужно, достать его. Поехали. Я в тот же вечер, то есть, вернулся обратно на точку к себе. Он, кстати, до сих пор в ноге, он не доставил глубокого сильно. Ну и он мне не мешает, он маленький. А первое ранение у меня было контузия. Слава богу, что только контузия. Потому что работал в минометах, да. 120-й, кстати, это был период перемирия, а запрещено 120-ми минами стрелять. Вот, и реально очень рядом разорвалась эта мина, и у меня... я толком не помню, честно говоря, этот момент, я помню просто вспышку, потому что тогда и АГС работал, и миномет. Помню просто вспышку, как бы, и все. Потом уже глаза открываю в реанимобиле. Ну и потом опять потерял сознание, и несколько дней, я не понимал, что происходит, я начал уже соображать только через несколько дней. То есть я даже вплоть до того, что я не ходил, не разговаривал, как вазон просто лежал, глазами моргал. А потом бронежилет мы привезли. Ну, он, в принципе, свое дело сделал. Реально, то есть повезло мне очень сильно. Там, конечно, немного осколков, но тем не менее, они есть, и сами понимаете, в этой части, ну, со спины, правда. Ну, много жизненно важных органов, поэтому... Ну, там идут обычные бронежилеты с обычными пластинами 4 класса, то есть... вот у меня, например, на бронежилете, у меня есть кевларовая защита для шеи. Она подарили нам черкасские волонтеры вместе с моим товарищем два бронежилета. И реально вот эта вот кевларовая защита, она ему спасла жизнь, потому что тоже, когда обстрел был от АГС, АГС это автоматический гранатомет станковый, попал осколок, разорвал кевлар, вот, и у него на шее только кожа кровилась, в общем, в том месте именно диартерия была. То есть, если бы не этот, не волонтер, если бы мы не поехали реально за бронежилетами, мы еще сомневались, не успевали просто, то ну, было бы, да, вот так. Были только такие моменты депрессивные, когда, блин, дом вспоминаешь, там, знакомых, друзей, а позвонить не можешь, потому что, ну, очень редко там связь бывает. И вот этот момент, когда поймал связь, ну, конечно, маме надо позвонить. Только так были депрессивные моменты. Это не депрессивно, это так, воспоминания просто. Домой хочется, конечно, всегда. А как мы выживали... Честно, волонтеры, так как это у нас батальон добровольческий, он официально не зарегистрирован нигде, то у нас снабжение, то есть от государства нема, ни с чем не снабжают, ни едой, ну вообще ничем. И тут волонтеры, они справляются на 5 с плюсом, потому что это и автомобили, и топливо, еда, вода, тоже и сигареты, то есть... Ну, одежда, естественно, броня, ну, то есть от и до, они полностью все, и польские волонтеры помогают, и даже турки нам даже присылали что-то, даже Греция даже была у нас, броню присылала, ну, это, я так понял, семья какая-то украинская, Греция, если я не ошибаюсь, то есть, ну, и наши, естественно, тоже очень хорошо помогают, поэтому все благодаря волонтерам. Ну, за что им, конечно, спасибо. Ну, хотел бы, кстати, сказать спасибо вообще всем волонтерским организациям, тоже явление, тоже Лена неоднократно помогала мне. Изначально еще я сумки помню. С объявлением, что случилось. Давали мне и тактические очки, и на коленке, да, по-моему, там были. Я, к сожалению, так по стечению обстоятельств себя забрать не смог. Уже хотя бы по пескам в последнее время не работает рад, установки такие всем известны. То есть и сейчас огонь открывают только в темное время суток по нам. Ну, стреляют, конечно, днем, но так. Иногда. А интенсивные обстрелы только с наступлением темноты. А раньше было, ну, в любое время могли, и днем, и ночью. Поэтому. Есть контраст с мирной жизнью, если когда вы сюда приезжаете. Психологически сложно перестроиться? Да, не скажу, что сложно. Ну, на войне мы на войне, а дома мы дома.
Как обычно нормальный человек. Единственное, что скажу, что когда там, то думаешь, что там дома, что там родители. Приезжаешь сюда и думаешь, что там ребята делают сейчас интересно. Поэтому, ну и даже вплоть даже, что снится. Там снится дом, тут снится. Ага. А как у вас там с алкоголем? Выгоняют. У нас это очень строго реально. Потому что бывали, я скажу, бывали случаи, ребята только запахом поймали, выгнали просто с батальона, с передовой. Поэтому, ну, это, нам просто нужно понимать, что это передовая, и человек не только поставляет сам себя, еще поставляет своих товарищей. За него могут и товарищи пострадать. Можно дома, я считаю, когда уже отпуск будет, на пляж сходить, там, бутылочку пива, если так хочется. Но не там. Поэтому у нас этим. Приятно видеть людей, когда они, я, конечно, высокоразвитый человек, но приятно видеть, когда люди вышиванки ходят, правда. Потому что это реально для Одесского региона, это очень большая проблема. У нас очень много людей, которые не патриоты, да, скажем так. Тоже вспомнить там, тоже 2 мая, ну, вспоминать не будем. Ладно. Ну, честно сказать, я о чем рассказать, я не знаю. Давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы, я могу, в принципе, ответить там на любой. Вы хотите сделать военную карьеру в своей жизни? Нет. У меня отец военнослужащий. Я так взвесился за и против, не хочу. Угу. А какие планы тогда на будущее? На будущее? Тут хочется, ну, мебелью хочу заниматься. Дело в том, что я в гражданской жизни работал с мебелью, то есть изготавливал. Мне просто, я не слышу, что это очень прибыльная работа, но она мне нравится, поэтому вот так вот. А там удалось применить свои навыки? Не пригодилось, честно. Угу. Ну, вообще, в будущем хотелось бы приехать во Львов. Мне, конечно, нравится этот город, но я так наслышан на Львове хорошо, и там тоже природа хорошая. У меня там сейчас много товарищей оттуда появилось, хоть я там ни разу не был. Так что реально хочется хотя бы поехать посмотреть, а там уже решу. Ну, жить бы там осталось. Это так, в плане, если вы спрашиваете, какие у меня планы на будущее. Угу. Но сейчас вы возвращаетесь на фронт и будете служить дальше. Ну да, понимаю, да. А сколько еще вот планируете отдать своего времени этому занятию? Не знаю, как получится. Ну, естественно, хотелось бы до конца, но, как я вижу, это очень не скоро закончится. Я думаю, что я, скорее всего, буду до конца, просто буду делать иногда перерывы какие-то. А с кем вы там воюете на самом деле? С кем? Да, ну то есть это местные ополченцы или это все-таки россияне, которые переходят границу? Я ж, ну, документы у всех не проверим, каким образом. Могу вам только говорить по телам, которых мы доставали. Достали вот те, что я с ребятами доставал. Мы достали 4 человека с чеченскими документами, но с российским военным этим билетом. Одного россиянина, если я не ошибаюсь, иди из Новгорода, иди. По-моему, из Новгорода, я не помню, ну не важно. Один россиянин и один из Донецка. Не знаю, там подавляющее такое скопление людей с российскими военными билетами, я не думаю, что они отдохнуть приехали. Скорее всего. Ну и местные тоже, конечно. Но вас тянет обратно туда? Ну да. Да. Конечно. Ну не обратно туда, мне, конечно, просто туда там. Я скучаю. Ну и дома сижу и от безделья уже прям не могу. Ничего не делаю для родины, как это шла. Ну а как местное население там к вам относится? Ну, дело в том, что на песках там люди не живут толком. Там 2 человека живут. Могу про красноармейцев вам сказать. Это от песок километров где-то 50, если я не ошибаюсь. Это там, где госпиталь военный, 66-й. Получается, там подавляющее большинство, там, блин, процентов 90.
ватного населения. И эти косые взгляды, я помню, я злость переезжал. Тоже все так смотрит, как будто, не знаю, будто я у них что-то украл там. Только неприятные взгляды. Ну, но там в тех районах не показывает наше украинское телевидение, насколько я знаю, да? Мы не знаем, как красноармейский, я там. Нет, красноармейский я лежал в больнице в Остере. У нас украинские каналы показывали, то есть ICTV все нормально. А в Песках у нас вот, когда я последний раз ездил, у нас уже появился телевизор, то есть сделали. Там такое телеканал, там Новороссия ТВ, ТВ Оплот, там Звезда, телеканал Звезда. Ну и русские там. Наших нет. А как действует на наших украинских бойцов вот просмотр вот новостей российского телевидения? Ну, смешно. Ну, смешно, да? Веселит, меня серьезно веселит, потому что они в основном там рассказывают про, ну, тоже про Пески. И видно даже было издали, что территорию там, где наши позиции снимали, то есть, ну, далеко, но мы знаем, что там вот там мы находимся. И начинают там рассказывать, что мы там танков бьем, каждый день там работает по две, по три БМП. И у нас, во-первых, танков нема, во-вторых, БМП одна, и она стоит просто, ну, не работает. Ну, короче, мы смешно просто так развлекаемся, смотреть русские новости. Там, если послушать, то... Ну, не поддаетесь пропаганде, правильно? Или есть такие, которые... Такие не было. Не было. У нас даже есть ребята, которые... С России воюют за нас. Добровольчески. Добровольчески бесплатно тоже. И, то есть, даже они понимают многие. Даже очень многие россияне, честно сказать. Если верить новостям, поддерживают Украину. Но вам приходилось терять товарищей своих? Да. Всем приходилось. Рано или поздно случается. Все знают, куда они идут. Жалко, конечно, но на этом нельзя зацикливаться, потому что надо дальше что-то делать. Если все будут в горе, то никакого толка не будет. Ну а вы верите, что это что-то может изменить? Я надеюсь на это. Я не скажу, как оно будет, но я надеюсь, что это все не просто так. Но за политической ситуацией как-то следите, что происходит в Киеве, в стране? Не до того. И, тем более, там, если кто-то что-то начнет рассказывать, может кто-то позвонил, что-то рассказал из родственников, там же, ну, каналы же наших снимают. Если дома, то дома, ну, новости смотрю. Ну, а что мне новости скажут? Не расстраивают вас наши руководители? Расстраивают, потому что, даже так вам скажу, на простом примере, был случай, когда человек погиб, мина рядом упала, у него полная шея, полная голова осколков. Вот, а ему хотели написать что-то, самострел. Обережное поводжение здесь было. То есть самострел, если в голове осколки, а у него дети, жена, на всем находится. Или написать самострел просто, чтобы не выплачивать ему в семье ничего. Ну, потом я уже в госпитале лежал, уже по телевизору смотрел про него сюжет, и такие государства выплатило ему, там был реально скандал из-за этого. Государство выплатило ему 100 тысяч гривен. Ну, что такое, мать-одиночка осталась, ну, с детьми на съемных. Правительство должно как-то больше быть заинтересовано в этом. Они не должны там гоняться с добровольцами по Закарпатью, например. Они должны как-то туда свое внимание акцентировать.
Ну вот удивительно, вы это все понимаете, но вы все равно идете вот как бы туда, понимая, что вы можете не вернуться, и даже вот такие проблемы могут быть с какими-то банальными, да, вещами юридическими, которые, в принципе, ну, не должны были существовать вообще. Вы все равно идете туда, и как бы дух патриотизма у вас не падает, так понимаю. Если дома сидеть, ничего же не изменится, правильно? Кто ж тогда пойдет, если... Как десантники говорят? Кто с ним? Что там все добровольцы под этим девизом живут. Ну, нас вообще, честно говоря, никак не поддерживают. Потому что мы... ну, в тот момент мы еще были неофициальным батальоном. И у нас обеспечения не было никакого. То есть абсолютно 100% и питание, и одежда, форма. И бронежилеты тоже, это все волонтерские, что нам давали волонтеры. То есть автомобили, ну, оружие, ну и бронежилеты тоже, конечно, честно говоря. Делилась с нами 93-я механизированная бригада, которая она с нами на позициях стоит. Тоже такие хорошие ребята. Ну и оружием они с нами делились, ну, пока у нас не появлялось оно трофейное. Вот, то есть, опять же говорю, это только волонтеры все. От еды, заканчивая там одеждой, водой и прочими.